Добрый день, с вами Удовина Наташа, художник компании «Таир». В этом видео покажу, как создавала интерьерную весеннюю картину с тающими льдами. Главный эффект – растрескавшиеся льдины буду создавать с помощью крокелёрного лака и гибкой пасты. Для начала создаю подмалёвок картины, который в дальнейшем буду послойно дорабатывать и подрисовывать. Для первых слоев использую сильно разбавленные водой акриловые краски. Небо рисуем мастихином, втирая оттенки друг в друга круговыми движениями. Это позволяет добиться интересной сложной фактуры и цветовых переходов. Постепенно начинаю вводить более насыщенные цвета. Море также прописываем мастихином, но работаю уже в более свободной, экспрессивной технике. Стараюсь разнообразить оттенки, но при этом не переборщить с их количеством и яркостью. Делаю тени более глубокими. По моей задумке на картине изображен закат. При необходимости добавляю детали, работаю кистью. Широкими белыми мазками намечаю границы берега, где будет большое количество льдин. Прокрашиваю торцы и еще сильнее углубляю тени в правом нижнем углу. Даю всей картине высохнуть. Беру крокелёрный лак «Таир» и в тех местах, где мне хочется видеть треснувшие льдины, наношу его на холст довольно толстым слоем. Даю лаку высохнуть до состояния на отлип. В зависимости от толщины слоя это может быть от 4 часов до суток. После высыхания беру гибкую рельефную пасту «Таир» и пастузными мазками наношу поверх тех мест, где был нанесен крокелёрный лак. Трещины могут начать появляться не сразу, а в течение всего времени, когда высыхает гибкая паста. Посмотрите, что получилось у меня через пару часов. Можно было прорисовывать все это вручную, но именно трещины, созданные при помощи крокелюра, дают такой неповторимый эффект. Их появление довольно хаотично и выглядит очень природным и естественным. В завершение тонирую льдины сильно разбавленными красками. Чтобы они не были чисто белыми, добавляем теней. После высыхания закрываю всю картину домарным лаком. Лед тронулся, скоро весна! Надеюсь, я вдохновила вас попробовать крокелёрный лак в живописных работах, разнообразить привычную технику и материалы. Творить с удовольствием. До новых встреч!